по поводу Донбасса. Два последних дня там идут митинги за мир. Вы знаете, люди просят, подождите, люди просят все военные силы уйти из Донбасса. Вот мы здесь стоим для того, чтобы собрать подписи под петиции. Первый пункт требования петиции — ввести миротворческие войска по линии соприкосновения. Вас этот пункт устраивает? Подождите, не мы вводим, вводит ООН. ООН вводила войска к евреям, когда они воевали с арабами, и замерила их. К Югославию, когда они воевали. Подождите. ООН наши правила, а что тогда не выдумывает ООН? Россия входит в Совет Безопасности ООН. Мы тратим десятки миллионов долларов каждый год на защиту. Наши миротворцы сейчас даже в Косово, чтобы ты знал. Да, в Косово есть под эгидой ООН. А вот ООН они, вот ООН. Косово, вот ООН. Пойду в интернет и почитать. Послушайте, мне этот вопрос задают 1.5 года. Я стою здесь бесплатно, девушки. Я адекватный человек. Я недавно сдавал права. Понимаете, у меня красный диплом. Я часто езжу в Украину. Я там родственники. Чтобы люди не гибли на Донбассе, я вам объясню. Да, против войны. Какой механизм наш? Подождите, я не хочу никуда ехать, я живу здесь, я родился здесь, я хочу жить здесь. Девушка, вы слышали, я сказал 5 минут назад, миротворцы входят, войны нет. У вас есть другой вариант? 2 миллиона в день зарплаты. Что сделать, пока Украина дала добро, Евросоюз дал добро? Представляете, мы не даем добро, Россия не дает добро вести войска. Это принимает решение ООН. Мы члены Совета Безопасности ООН, который может наложить вето. Подождите, Америка верит. Я еще раз говорю, Америка не против ввода миротворческих войск. Девушка, вы знаете, я серьезно вам говорю, здесь нет провокаторов. Здесь люди, которые имеют реальный план остановить войну. У нас есть этот план. Мы считаем, что в нашей стране правда. Поэтому мы здесь стоим каждый вторник в 18:30, 2,5 месяца. Зеркало, вы на нормальных людей смотрите, а видите чертей. А черти в Кремле сидят. А что у вас там за яблоко. Яблоко. Партия яблоко. Так это же единственный предатель самый главный. Вы так считаете, а его Путин включает, и мне ручку жмет. Зачем он себе включает, где работа пока? Культурная столица России, вы же его депутатом. Представляете, 10% на партию яблоко. 10% тоже. 10%. А мы никого не видим. Вот такие, как вы, сегодня приходят, 5 минут поговорят и уходят. А у нас 300 подписей здесь. Люди подписали. 300 подписей. 300 это много. Люди боятся таких, как вы. Потому что, знаете, мы не можем нормально здесь просто стоять. Мы готовы с любым поговорить. Без обвинений, без пятой колонны, без всего остального. Вот давайте с вами поговорим на любую тему. Что вас интересует? Меня интересует. 15-й год. Я ехал через Донецк. Да. Мне все нравилось. У меня мыслей никаких не было, я возмущался гордым. Через год стали бомбить. Скажите, а куда вы ехали? Я ехал в Крым. Даже в 13-м году. Через год стали бомбить. Там стали люди, которые хорошо. Не думали, что их будут бомбить. Скажите, а вот вы дальше через Донецк дорога идет на Днепропетровск, да? Нет, подождите. Извините, пожалуйста. Хотелось бы договорить до конца. До конца можно договорить? Я езжу на поезде в Воронеж. У меня остановка была Харьков, Донецка не было, Луганска не было, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь. Бомбят Мелитополь, бомбят Запорожье, бомбят Харьков. А ваш? Что ты бред всякий слушаешь? Пошли. Бомбят. А вы? Что вы? Миротворческие войска ООН вошли. Где Донецк? На 60 километров. Ну послушайте, я вам объясню. 60 километров, ни одна гаубица не дострелит. Наш план позволяет прекратить бомбить Донецк быстро. За счет миротворческих мужчин. Ну, пожалуйста, мы с вами начали говорить про Донецк. Давайте продолжим эту тему. Я охота не приезжу, охота про Донецк. Наш план позволяет остановить войну сразу. Вы предлагаете
Послушайте, у нас стоят люди, каждый со своим плакатом. Мужчина, я вам отвечаю. Хорошо, но я вам отвечаю. Здесь стоят люди, с каждым своим мнением. Но все... Сейчас я вам дам текст петиции, если вы найдете там. Почему вы боитесь почитать? Это же... Я не боюсь, я ваш плакат мне не нравится. Вы ставьте с другими здесь, а? Ставьте с другими. Что? Путин, я тебя люблю. Ставьте с другими. Хорошо, у меня к вам вопрос такой. Как, вот вы хотите, допустим, жить под оккупацией, но в мире. Или, жить, или вы хотите жить не хотим под оккупацией. В современной стране, мы за нее побороться. Вы как хотите? Если в мою страну вступит враг, я буду воевать за свою страну. Как? Вы сейчас как живете? Я живу нормально. Вы сейчас живете в оккупированной стране? Вы сейчас кем оккупированы? В 91 году, вот все уже, мы проиграли войну холодную. Вы понимаете? Хорошо, мы проиграли холодную войну. Но мы не стали оккупированной страной. Мы не стали оккупированы. Послушайте, но... Ники, за рубеж идет. Послушайте, давайте... Мы оккупированы. По санкции ООН, по санкции Совета Безопасности ООН, российские представители голосовали за то, чтобы бомбить Ирак и Ливию. Я вам это говорю. Возьмите интернет, откройте, кто принял решение бомбить Ливию и Ирак. Так, хорошо, наши воздержались, но они имели право наложить вето, но его не наложили. И в Ираке они проголосовали за, в Ливии выступали. Ты в отпуске отдыхаешь. Я не знаю, что сейчас в Ливии, но Россия дала добро, чтобы бомбить Ливию и Ирак. Хотя не слушай. А мы в курсе, там все другие вещи говорят. Какие? Другие вещи. Тоже там все наоборот, понимаете? Вы на черный говорите белый, на белый черный. Мне сложно дискутировать. Скажите, девушка сказала, что Ливию и Сирию кто-то разбомбил. Ливию не бомбила Америка, ее бомбили европейские страны по санкции Совета Безопасности ООН, где Медведев воздержал, а Ирак бомбили вообще санкции Путина, выбрали Путина. Вот такая, к сожалению, историческая правда.